По словам Вениамина Кондратьева, сегодняшний праздник – дань уважения всем, кто посвятил себя защите прав и свобод граждан, обеспечению интересов государства. Для миллионов жителей Краснодарского края ваша деятельность – символ подлинного мужества, силы духа и преданности интересам России. Вам доверяют люди. Жители края знают, вы всегда на страже закона. Кубань в надежных руках. Губернатор добавил, что сегодня практически все сферы жизни являются зоной прокурорской ответственности, и от качества работы прокуроров зависит стабильность и экономическая безопасность региона.